Начиная вот от этих вот концертных, как говорится, граммофонов и заканчивая патефонами военных лет. Политруку перед боем выдавался небольшой такой вот патефончик. Он моментально укладывался, и в перерывах между боями солдаты слушали речи вождей, а возможно музыку, которая вдохновляла. Выдавались такие вот небольшие патефончики. Вот, он укладывался как пенал. Вот, и так концертный такой большой для больших площадок. Это раньше не было аудио, видео. Спасибо.